Всем привет, друзья, меня зовут Том. Сегодня мы с вами продолжаем выживать в игре Stranded Deep, где нас забросило на острова, кучу всяких островов в Тихом океане, ну или не в Тихом, не знаю, в общем, в каком-то там океане. В общем, нам нужно с вами выживать, друзья. В прошлой серии мы с вами как-то перебрались на этот остров, вот, именно на этот остров, на котором мы сейчас находимся. Мы перебрались сюда в поисках камней, но тут ни хрена нету. Ни хрена нету. Ни хрена нету. Подождите. Стойте. Подождите, что за дела? Сейчас, секундочку. Ребят, какого-то хрена у меня тут все пропало. Мы же с вами строили дом именно на этом острове. Какого черта? Где все? В рюкзаке ни хрена. Хорошо. Видимо, было какое-то новое обновление или что-то типа того. Но, ребят, даже ножа нет. То есть я... Что? Окей, хорошо. Значит, единственный наш выход сейчас вообще отсюда — это раздобыть себе нож хотя бы, чтобы раздобыть себе дерево и так далее, и так далее. Так, ребят, ну тогда в таком случае, я не знаю, поплыли что ли назад? Только я не помню, на каком острове мы были, на том либо на том. Они, похоже... Они выглядят, кстати, как-то одинаково. Не знаю почему. Так, ладно, ребят, тогда поплыли, потому что другого выхода у нас нет. Вы только посмотрите. Ну, у нас и еды нет, но мы не сможем ничего, понимаете, себе раздобыть, пока у нас не будет хотя бы ножа. Поэтому поплыли, друзья, поплыли. Фух, я не знаю почему. Ух ты, как классно, посмотрите, как капельки прям. Типа как на... объективе камеры, но это на самом деле капельки просто на глазах у нас. В общем, ладно, давайте встретимся, когда уже приплывем к тому острову. Так, друзья, какого хрена? Я тут плыву как бы к острову, и тут что-то бултыхается в воде. Что за фигня? Давайте посмотрим, что это. Мне и правда интересно, что это такое. Как будто, может, водоворот какой-нибудь или типа того. Что это? Да нет, вроде ничего такого, но, блин, что-то как-то бултыхалось в воде. Ну ладно. В общем, мы почти приплыли уже к острову, друзья. Хоть бы это был тот остров, с которого мы начинали. Иначе просто-напросто придется загрузиться снова, потому что, блин. Ну почему? Почему все пропало? Ведь такого никогда не было. И, по-моему, это даже не тот остров, с которого мы начинали. Нет, все-таки он. Вон корабли, вон всякие штуки, по-моему. Да. В общем, нам нужно сейчас будет сплавать на какой-нибудь корабль и найти там нож. А тут были ножи. Кстати, нет, по-моему, это все-таки другой остров. А нет, смотрите, железная посудина. Да, сейчас мы сюда. Давайте с вами занырнем. А, хотя нет, это... А, господи. О, тулбокс. Мачете! Вот это круто, ребят! Вот это круто! Все, погнали! Все, ребят, живем, все хорошо. Юка! Юка! Это веревки нужны. А, давайте, где? Подождите, у нас даже фонарика нет, ничего не видно, в принципе. Нужны кокосики. А кокосики — это значит... Если нам нужны кокосики, это значит, что нужно вырубить дерево. Потому что если мы вырубим это дерево, будут и кокосики. Кстати, спасибо, ребят, в комментариях вы мне активно отвечаете, что мне нужно делать, что и для чего тут, и как вообще. Так, где кокосики? Вон кокосик, быстро. Green coconut. Нужно бить до конца, пока кокосики не расфигачатся полностью. Это сейчас питьевой кокосик, а можно его еще кушать, друзья. Так что, вот! Coconut half, половинка коконата. Да, ребят, и правда можно кушать. Спасибо вам огромное. И, кстати, восстанавливает довольно-таки прилично. Так что давайте с вами кокосики сейчас расфигачим. Кстати, вот давайте питьевой. Это питьевой кокосик или нет? Нет, это просто коконат. Давайте выкинем. Хорошо, что мы нашли мачете, друзья. Это просто отлично. Давайте сначала скушаем кокосик-то. А, нет, это все-таки питьевой кокосик все еще. Drinkable coconut. Хорошо. А, нет, все правильно, да, давайте вот теперь скушаем кокосик. Теперь, после того, как мы его выпили, теперь его можно кушать. Охренеть, ну в принципе можно и на кокосах так выживать-то, а? Будем кокосовые магнаты. Кокосовые выживальщики. Так, хорошо. Сейчас нафигачим себе кокосов, ребят, потому что нужно как можно больше. На самом-то деле, потому что у меня всего 3 палочки здоровья. Я понимаю, что мачете сейчас может пропасть, но тут есть, в принципе, у нас есть палка, вот же, кстати, палка, и вот тут вот есть где-то камень, кстати, поэтому теперь мы сейчас, когда выкинем веревку, палку и камень, мы сможем себе замутить что? Мы себе можем топорик, да, замутить? Crude Axe, да, можем сделать себе топорик, вот он топорик, в принципе, ладно. Мачете, так, что мы будем делать мачете? Я даже не знаю. Давайте все делать топориком, в принципе, чё уж там. Хотя мачете, по-моему, намного быстрее все это рубит, но да. Давайте все-таки мачете сейчас пока что будем использовать. Так, сколько у меня там еды? О, боже мой, смотрите, не так сильно помогает. Или я еще не кушал? О, зачем я выкинул мачете? Мачете. Не-не, вернись. Вернись, мачете. Drinkable coconut. Угу. Все. Нет, по-моему, я еще не кушал те половинки. Да. У нас их должно быть очень много. 4. Ну, в принципе, пойдет. Кстати, посмотрите, еда восстановилась. А нет, еще у нас есть. Все, еда теперь полная еда. Охренеть. Когда такое было, ребят? Я уже даже и не помню, чтобы у нас когда-то была полная еда. В общем, ладно, в принципе, давайте на этом острове тогда можем обжиться, раз уж тогда все как бы удалилось, я не знаю. Давайте сохраним сейв гейм, нажмем. Да, перезаписать, потому что, блин, какая-то жесть произошла. Я не понимаю, что за жесть произошла. Все полностью исчезло. Так, хорошо. Хотя бы мы теперь... А, нам же молот еще нужен. Понятно, понятно. Давайте тогда разрубим дерево сейчас. А, кстати, я же хотел проверить один баг смешной. В принципе, даже сейчас можно его сделать. На деревьях можно летать. Давайте попробуем. Есть! Ребят, он работает! Посмотрите! Ребят, мы летим! Охренеть можно! Охренеть! Мы с вами летим на дереве! Окей, ладно. Спокойно, спокойно. Ладно, теперь будем знать. Теперь можно летать на деревьях, как на какой-то метле, как ведьма какая-то. Ох, блин, эта игра все не перестает удивлять, но это больше не какой-то там беспонтовый баг, о котором хочется сразу сообщить разработчикам. Это такой смешной, довольно-таки прикольный баг, который хочется использовать. Офигеть, друзья! Просто офигеть! Окей, тогда, в принципе, можно оставить тут какое-нибудь дерево себе одно, потом мы его срубим и полетим на другие острова уже, потому что, ну, чтобы не плыть, я думаю, если вот так вот лететь на дереве, на метле, то мы довольно-таки быстрее доберемся до какого-либо вообще острова. Поэтому да. Так, сейчас мы разрубим все эти деревья, все, вернее, вот это вот дерево разрубим. Кстати, нет, по-моему, мачете все-таки дольше рубит. По-моему, все-таки дольше. Так, палки. Все это в одну кучу. Ребят, вы говорили мне, как можно сделать лодку. Лодку, вот. Лодка — это тот же самый, оказывается, ну, то есть, тот же самый фундамент, просто нужно его построить на воде. Но это ладно, построю я фундамент на воде, но дальше-то что? У меня же нет чем грести. То есть, ну, у меня нет весла. Что мы делать-то будем? Выход только один — летать на деревьях. В принципе, этим можем и заняться, летать на деревьях. Кстати, ну, нужно сюда еще камушки притащить. Но я думаю, на этом острове камней-то будет, в принципе, предостаточно. Ну, я так надеюсь, я на это надеюсь, я так думаю, что будет достаточно. Кстати, давайте притащим вот это вот дерево сюда-то, потому что... Ну, чтобы, когда оно распадется, чтобы оно сразу в эту кучу все распалось. Еще вы сказали мне, что акулы пока что здесь не атакуют. Это очень, в принципе, ну, не знаю, хорошо ли, плохо ли, но... Нормально, в принципе. Можно, значит, будет еще акулу убить. Какую-нибудь, кстати, кэмпфайр нужно замутить будет. Господи, сколько нам еще предстоит тут дел с вами, друзья. Особенно потому что, кстати, можно камни, вы говорили, как-то добывать из других камней. В общем, все это нужно будет разобраться. Во всем этом нужно будет разобраться. Все это посмотреть, что это, как работает вообще. Какие-то бочки. Но вот эта вот штука, вот эта вот посудина старая, древняя, меня очень-очень сильно спасла, потому что там был мачете, иначе бы, ребят, все. Ничего бы нам уже не помогло. У нас была одна палочка еды. Мы бы с вами умирали и просто на другой остров бы плыли. А это фигово. Так, еще один камень, ребят, и у нас будет молот, с помощью которого мы сможем крафтить себе дом и все такое. Ну, то есть... Вау. Вау, я все не устаю любоваться этим. Вы только посмотрите. О, боже мой, какая красота. Хочется смотреть и смотреть. Даже играть пофиг не хочется. What the fuck? Звезда, ты что, двигалась? Такое чувство, будто эта звезда двигалась, кстати. А, это мы уже весь остров обошли. Окей, хорошо. Нет, все-таки с камнями здесь точно так же обстоят дела. Камни все так же сложно найти. Но мне еще один нужен для молота, в принципе. Это не 7, там, не 8, как тогда было. Только один камушек. Вот, кстати, он есть. Вот он. Вот он камушек, вот он камушек. Тащим его к нашему бревну, которое... Где бревно? А, вон оно, вон оно, вон оно, вон оно, вон оно, вон оно. Сделаем сразу сейчас из... Давай, давай. А, нет. Вот так вот. Какой кэмпфайр? Господи, я не хочу... Какой... О чем ты говоришь? Какой кэмпфайр? А! Вот так вот давайте сделаем. А, так, что еще? Что еще? Камень. Палки, которые у нас есть, тоже выкидываем. Окей. Теперь мы сможем сделать вот себе сначала crude hammer. Hammer. Вот, а теперь мы сможем как раз-таки сделать себе foundation. А это очень хорошо, потому что это фундамент, черт возьми. Ух ты, поставим его как-нибудь, не знаю. Куда смотреть-то лучше будет? Где красивей-то вид? Вид-то красивей где? Ладно, не знаю, ну хорошо. А вот, вот, вот почему, смотрите. Давайте попробуем фундамент вот тут поставить. Вот и шикарно. Лодочка. У нас есть лодочка, но как на ней плыть, фиг знает. Фиг знает. Хорошо, значит, нужно будет потом узнать у вас, как делать весло, либо же потом найти это весло. В общем, пусть эта лодочка здесь стоит на всякий случай. Дождь! Друзья, впервые я вижу тут дождь! О, боже мой! Офигенно, друзья! Офигенно! Впервые тут пошел дождь. А как бы нам воду куда-нибудь набрать? Или типа того? Офигеть, просто охрененно. Так, ладненько. Ладненько, что нам нужно делать еще тут? Еще веревок кинем сюда, не знаю, может они пригодятся там для чего-нибудь. Есть мачете, есть топор и есть молот. Хорошо, друзья. Что будем делать? Что будем делать? Вообще, по идее, конечно же... О, потета нам нужно, потета это хорошо. Картошечка. Давайте сделаем костер, но я не думаю, что прямо сейчас он как бы вообще загорится. Хотя, может, и загорится, в принципе, как и в Форесте. Там же тоже костер как бы, типа, горел, когда шел дождь. Сейчас мы зафигачим себе пальму, а потом на этой же пальме, наверное, и, не знаю, полетим. О, кстати, что за фигня? Что за фигня? Что за фигня? Чуваки, вы это видите? Я залез на дерево! Охренеть можно! Так, подождите, я сделаю немножечко... No, хорошо. А, нет, я нажал Options. Аудио. Background Volume. Сначала давайте примерно вот сейчас мы немножечко... Хотя нет, они, видимо, не работают. Background Volume. Окей, хорошо. Друзья, Охренеть, вы это видите? Вы просто это видите? Просто жесть, ребят, просто жесть. Ой, нет, 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 нет. Хорошо, окей, хорошо, я упал. Ну, то есть, нехорошо, это, конечно, плохо, но... В общем, я упал, и все нормально. Давайте срубим эту чертову пальму. Охренеть, тут по деревьям можно лазить, на деревьях можно летать. Господи боже, эта игра божественна. Эта игра божественна, плюс еще ко всему она в таком вот сеттинге, как фильм «Изгой». Так, хорошо, забираем это дерево и тащим к себе в логово, как добычу. Вот так вот. Сейчас мы давайте его тут расфигачим, как раз сделаем все, что нам необходимо. Так, тихо-тихо, спокойно, 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 спокойно. Спокойно, спокойно, давайте, вы назад, никуда не это. Вот. Вообще сделали отличную систему вот этого перетаскивания предметов. Просто очень классно, мне очень нравится. И все. Давайте сейчас расфига... Так, картошечку... Пока что кушать не нужно, пока что кушать мы не хотим, в принципе. Сейчас расфигачим тогда вот это вот дерево. Потом построим себе что-нибудь. Так, ладно, в общем, друзья, мы с вами... смотрите, что только что сделали. Точнее, я сделал за кадром... без вас. Я за кадром нарубил вот это вот дерево, то есть я еще одну пальму принес сюда, вот, бросил и расфигачил эту пальму, и теперь знаете, что нам можно сделать? Нам можно сделать бед. Это кровать. Давайте ее сделаем, потому, ну, я не знаю вообще для чего она, что с ней можно делать, наверное, да, можно спать. Можно спать на этой кровати, ну, естественно, в принципе, можно спать. Окей, еще нам нужно сделать кэмпфайр. Кэмпфайр мы сделаем, не знаю, вот где-нибудь тоже, наверное, здесь скорее всего, потому что, ну, как бы, раз мы тут спим, значит, нам нужно тепло, а тепло дает кэмпфайр, ну, то есть костерчик. Так, хорошо, что еще можно сделать? Больше, в принципе, ничего тут сделать нельзя. Вот, кэмпфайр можно улучшать, это я точно знаю, но улучшать его нужно камнями, а камней у нас пока что в округе здесь нет. Посмотрите туда, вау! Просто какая красотища! Даже когда дождь идет, тут красотища. Окей. Давайте... Тогда знаете, что сделаем? Давайте срубим веревки, вот эти вот веревки сейчас, которые здесь есть. То есть все кустарники, все вот эти вот юки и еще всякие штуки. Посрываем, порубим. Даже если мы картошку найдем, тоже срубим. Вот, бросим туда, где у нас все это лежит. Так, и, наверное, знаете что? И, наверное, будем заканчивать эту серию. В следующей серии уже точно полетим, даже не поплывем там, не поплывем на лодке, не поплывем просто вплавь, а просто, ребят, полетим на дереве на другой остров. Это просто, вот вы когда-нибудь думали об этом? Как это возможно? Полететь на дереве на другой остров. Вот этим мы с вами и займемся, ребят, в следующей серии. Так, давайте сбросим все веревки, которые есть. О, тут еще есть веревки. Что у нас нет? Ничего нельзя тут будет сделать. Что? Картошка, хэммер. Вот. В общем, у нас все есть. Пока что у нас все нормально. Вот. В общем, ладно, ребят. Спасибо за то, что вы со мной. Спасибо за то, что вы посмотрели это видео. С вами был Том. До следующих видео. И спасибо за то, что вы отвечаете мне в комментариях, друзья, и пишите, что тут как делать. Вот без вас бы я не знал, что кокос, например, можно кушать. Или что акулы не атакуют. Если бы я думал, что они атакуют, я бы не поплыл с того острова в самом начале на этот остров, чтобы выжить. То есть, если бы не вы, я бы даже не выжил здесь. Поэтому, ребят, спасибо за то, что вы так отзываетесь. Спасибо вам за то, что вы смотрите мои видео. С вами был Том. До следующих видео, друзья. До следующих видео.